Всем привет, с вами мистер Чейзер с Мультиможес Плей канал, и сегодня я хочу поделиться своими первыми впечатлениями от бета-версии игрушки Defense Grid 2. Итак, про игру я, если честно, мало что знаю, и поэтому это действительно первые впечатления будут у меня. То есть я вот первый раз игру запустил. И, в принципе, эту бета-версию можно сейчас абсолютно бесплатно получить и абсолютно бесплатно в нее поиграть. Сайт я вам, возможно, напишу в описании к данному видео, а возможно нет. Научитесь уже пользоваться, наконец-таки, Гуглом. Итак, что же такое Defense Grid вообще? Я в первую часть, если честно, не играл, но я видел довольно обширное количество видео по ней. Не буду говорить у кого. Итак, понятно, кто следит за моей деятельностью на YouTube, там, где я ставлю пальцы вверх, где какие видео комментирую, те, наверное, знают, у кого я в большинстве своем смотрю прохождение и вообще летсплеи. Но это не важно. Дело в том, что Defense Grid вообще-то это Tower Defense игра. Но я вам сразу скажу, я не ярый поклонник Tower Defense. Я больше люблю стратегии в реальном времени. Но, в принципе, есть такие Tower Defense, которые и меня могут затянуть. Посмотрим, сможет ли Defense Grid 2 это сделать. Итак, так как это бета, то здесь, естественно, мало что еще доступно. Ну, давайте зайдем в синглплеер. И, естественно, здесь только две миссии. 14-я какая-то, 15-я. Ну, давайте на 14-ю. Угу. Выживание какие-то. Тут еще ранги игроков будут. Так, уровень сложности. Ну, мод, история, давайте. Затем у нас competitive. Угу. Нет, давайте просто стандартно сделаем, normal. И погнали. Так, ага, мы тут еще башенки ставим. Генерал Кай. Какого-то генерала еще с собой берем. Пока что ни черта не понятно. Я просто рандомно жму по кнопочкам. Ну ладно. Давайте глянем. Так, мышкой управлять проще. Так, противники будут ломиться сюда. И вот они должны, по идее, дойти до нашего ядра. Но мы не должны им позволить этого сделать. Так. Поэтому давайте, что мы тут построим? Ага, мышка у нас налево-направо не двигается. Так, буст. Это, короче, обычная стенка, типа, да? Ну, пушка обычная. Стоит сотню, у нас 400 ресурсов. Так, дальше что у нас? Это что за места? Отсюда тоже будут откуда-то ломиться? Ну, в принципе, по графике, вот давайте я приближу, но приятно выглядит. Немного, кажется, угловато, хотя я вроде как максимальные настройки поставил. Тут даже нет пока настроек. При запуске игры мне дали выбрать, какие настройки я хочу графики поставить. Так, а ресурсы, кстати, копятся. Ага, и враги уже пошли, сами. Понятно. Давайте сюда огнемет. Сюда, наверное, лазер, пока ресурсы есть. И ган. Думаю, пока что вот этого набора турелей нам хватит. Но я не знаю, какой здесь кайф, ибо практически все Tower Defense делятся на два типа. Первый тип это Tower Defense, где нужно банально заспамить все башнями. Все, что только возможно. Второй тип Tower Defense это то, где нужно построить малое количество башен и улучшать их по максимуму. Здесь, как я вижу, тоже есть улучшения. Я пока не знаю, к какому типу этот Tower Defense относится, но думаю, мы это выясним. Кэнон, я не знаю, я просто сейчас строю дофигища турели и пока что справляюсь. Так, ну еще можно ган построить. Ну что, противники ломятся? Ну вроде да. И пока что отличия от первой части я не вижу. Как-то все простенько, грубо говоря. Так, крутить камеру нельзя, ну ладно. Сколько там надо до улучшения? 200. Ага, повышается немножко площадь и урон, как я понял, да? Ну что, красиво так турелька уходит под землю. Типа она там улучшается, затем снова выезжает. Очень красиво выглядит. И становится другого цвета, желтого. Довольно прикольно. Так, а тут мы тоже турели можем строить, хорошо. Так, лазер. Улучшение, что ему дает?
Непонятно пока что. Что у нас тут с пушкой? 400 надо. Хорошо. Ага, вот 400 уже есть. Давай улучшайся. Где противники? Ага, ломятся. Ну что ж, пока что это на вид довольно простенькая Tower Defense. Я не знаю, это пока что, естественно, бета. И, возможно, там что-нибудь в финальном релизе намутят разработчики. Что-то это будет, может быть, интереснее. Но пока что я здесь вижу типичный Tower Defense, который я так не особо люблю. Почему я не особо люблю Tower Defense? Да потому что они немного скучноваты. Здесь особо как бы думать и не надо. Все классные Tower Defense уже, скажем так, в прошлом, в которых действительно надо думать. Все новые Tower Defense это какие-то слишком простые, как мне кажется. Даже если уровень сложности повыше поставить, мне кажется, все равно они будут простыми. Ну ладно. В принципе, насколько я помню, еще враги, когда добегают до нашего ядра, они вот эти вот, видите, маленькие шарики крутящиеся, крадут у нас, проходят вот так вот по кругу и идут по тому же маршруту назад. То есть, как бы это еще упрощает игровой процесс. Ну, в принципе, как-то держимся пока что. Что у нас тут? Ракетницу построим. Так. Ага. Что-то еще приехало. Как я думал, отсюда будут враги ломиться. Ну, они будут отсюда ломиться или нет, мне интересно. Но если они будут ломиться сюда, они все равно будут вот сюда идти. Так, турелька достает, хорошо. Ну и все равно заапгрейжу. Так мне все равно интересно, сюда враги будут идти? Нет, нет. Вроде как похоже, что будут идти вот так вот обходить, типа. Ну посмотрим. Так, я вообще проверю, что там с записью. Нет, все нормально. Посмотрим, посмотрим. Написано 20 волн, но я не знаю. Я, наверное, до конца не буду тут играть. Как-то так коротенько видео сделал. Я подожду, что с этой вот штукенцией будет. С платформой, которая выехала из-под воды. Какие-то домики, ну... Защищаем людскую обитель, грубо говоря, мы. Вроде по сюжету с первой части, насколько я помню. Там у человечества вообще ничего не осталось, грубо говоря. И вот отбивается как может с помощью таких вот турелей. Ого, какой большой дядя идет. Крэшер. Дофигище здоровья. Щитов нет. И может сразу три вот этих вот шарика тырить. За раз. Жирная скотина. Что за темпорал? Замедляет, кажись, да? Тогда знаете что? Иди отсюда. И вот сюда вот это вот темпорал. Что за мелкие твари? Свормер. Руйник, или как это так правильно перевести? Ну, наверное. Так, улучшим темпорал. Она, я так понял, замедляет противников. Ну, судя по тому, что там было написано. И судя по тому, что я помню из первой части. Distortion field with much larger range that greatly slows nearby enemies. Ну да, замедляет. Все банальное, просто. Так, ну тут что-то будет вообще? Мне есть смысл тут башню строить или нет? Пока что вижу нет. Зато есть смысл тут строить, ибо враги потихоньку начинают проходить. Придется еще вот тут вот построить пачку башен, чтобы враги вот так вот обходили. Короче, весь смысл Tower Defense построить насколько можно замудренную цепочку, чтобы противникам было намного труднее сквозь нее, грубо говоря, пробраться. Отсюда пока что никто не ломится. Хотя, мне кажется, вот отсюда пойдут ребята и будут так вот идти. Или же нет, я не знаю. Из домики какие-то. Музычка приятная на заднем плане играет. Враги вообще из-под воды откуда-то ломятся. Да, тупо из-под воды. С каких-то туннелей там.
Ну, в принципе, игра красивая, довольно здесь все красочно сделано, но не особо интересно пока что, скажем так. Пока что не особо интересно. Вот что. Пока что. Ну, может, это из-за того, что я, как я уже неоднократно говорил, не особо люблю Tower Defense. Может, из-за этого, а может, из-за того, что здесь действительно как-то пока что игра неинтересная. Как-то все монотонно идет, скучно. Вроде как и прикольно, красочно, но монотонно. Я не знаю. Ну ладно. В принципе, вот такая вот игра, вот такая вот пока что бета, возможно, позже, когда выйдет полная версия данной игры, может как-то будет интереснее, но пока что здесь, скажем так, не особо интересно. Пока что как-то слишком обыденно здесь играется все, скажем вот так. Слишком обыденно. Типичный Tower Defense, довольно красочный, довольно интересный, но очень монотонный. Хотя вот какие-то двое врагов могут сейчас вполне пройти. Хотя я даже не знаю, смогут они это сделать или нет. Та-та-та-та-та-та-та, Кэнон, давай. Отсюда по-прежнему никто не ломится. Что очень странно. Будет какой-то прогресс со стороны противника, или как-то так все и останется? Ну хотя вот этот может парень пройти. Вот этот уже все, а вот этот вполне может себе пройти. Апгрейдим. А как-то можно вам приказы там отдавать, нет? По кому атаковать? Судя по всему, и большой придурок тоже как-то не дошел. 1200, нифига себе. Они жирно ли? Ага, о, командный центр. Гейткипер. И что это дает? А если на ядра нажать? Нет, ничего. Вот это что такое? Почему оно не идет? Кстати, сейчас уже закончится последняя волна, так что я как-то не хотел растягивать видео. Ну ладно, давайте уже допройдем последнюю волну. Вот, кажется, вон там где-то вот сверху видно. Сейчас где-то вам... Вот тут вот. Если увидите курсор, конечно. Вот там вот сверху отображается количество волн, сейчас 19 идет. И опять довольно-таки жирные противники. И опять-таки здесь ничего. Так что я правильно сделал, что здесь ничего не строил. Так, инферно. Лазеры, лазеры. Дорого апгрейд. Что-то вот здесь еще можно построить, например, ган. Здесь, например, лазер. Ну и, например, все, деньги закончились. И да, враги проходят на последней волне. У них это получается. В принципе, думаю, сейчас у них даже получится пройти. Ну, какая пачка, они уже в глубине моих укреплений. И у них дофигища еще здоровья. Вот этих вот крэшеров. Как видите, они, да, действительно тырят мои ядра. А, и причем я помню еще прикол, что эти ядра, если они где-то вот здесь были обронены противником, то есть если противник здесь умер с ядром, когда возвращался назад, да, то новый, который отсюда идет противник, может подобрать это ядро и дальше продолжить его нести. Так, эта скотина сразу три ядра забирает. Но, в принципе, он последний. Ты что, не думаешь, что он пройдет здесь? Абсолютно я не думаю. Все, слился. Победа. Дали мне даже три достижения. Как они тут называются? Давайте-ка посмотрим. Тут даже есть достижения в бета-версии. Я не знаю, у меня бета-версия это останется. Я проапгрейдился, грубо говоря, до полной версии или нет. Хотя вряд ли. Так, открыто достижение. Eradicator. Убить 100 чужих. Ну, это, мне кажется, просто было. First Blood. Убить одного чужого. Ну это вообще как его не получить, неинтересно. И открыто достижение еще Flawless Victory. Получил золотую медаль я. Ну ладно.
и Thanks for Playing. Получить бронзовую медаль за синглплеерную миссию. Я вообще не понял, мне золотую дали медаль? А, получается, бронза, серебро и золото. Мне как бы все дали, я даже выше пошел, да? Ну и, в принципе, пока что, наверное, с Defense Grid 2 все. Бета-версия такая себе. Чисто показать, что это за игра и... Как бы, возможно... Я не знаю, чисто показать, что за игра. Это, можно сказать, даже не бета-версия, а какая-то демо-версия. Потому что здесь все вырезано. Можно, конечно, в мультиплеере с кем-то там, не знаю, поиграть, да? Но не думаю, что это будет интересно. Ну, в принципе, как-то вот так. Вот такая вот игра. Посмотрим, что будет, когда она выйдет, скажем так, полная. Ну, а на этом пока что все. Игра оставила такие смешанные впечатления. Ладно. С вами был Мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Да куда угодно. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.